Уважаемый Аслан Георгиевич, искренне рад нашей встрече. Я хотел поблагодарить, что в эти юбилейные дни Уфы вы сегодня с нами. И это подчеркивает братскую связь наших народов. Огромное вам спасибо. Мы действительно последовательно работаем над реализацией ранее достигнутых договоренностей. Мы подготовили подписание дорожную карту по расширению сотрудничества на ближайшие годы. И эта дорожная карта будет способствовать, конечно, нашему взаимодействию. В прошлом году пенсионеры из Башкортостана уже ездили в Абхазию в рамках проекта «Башкирское абхазское долголетие», и мы получили очень хорошие отзывы. Поэтому мы сейчас очень ждем открытия прямого рейса Уфа-Абхазия, потому что после открытия аэропорта мы обязательно откроем совместный рейс Уфа-Абхазия, и, конечно, поток туристов существенно увеличится. Расширяется наша взаимная торговля, растут объемы продаж абхазского вина и фруктов, и на абхазском рынке уже работают наши башкирские предприятия. Безусловная составляющая башкирско-абхазских связей – это культура. В марте этого года одним из самых ярких событий на башкирской сцене было выступление оперной певицы Хиблы Герзмалы. А в прошлом месяце в музыкальном фестивале в Сухуми принял участие наш Эльдар Абдразаков. Поэтому то, о чем мы с вами договаривались, говорили, что будем объединяться, в том числе творческими коллективами, уже работает. Рад, что в самое скорое время, вот мы сегодня уже посмотрели, новой визитной карточкой Уфы станет колоннада, копия той, которая стоит на Сухумской набережной Махаджиров. Мы ее, дай бог, все вместе откроем уже в октябре этого года. И это будет действительно одно из самых ярких, наверное, мест и достопримечательностей нашей Уфы. Я еще раз хотел поблагодарить вас за то, что приняли участие в наших мероприятиях, посвященных юбилею Уфы. Это очень большой для нас и мотив, и знак о готовности Абхазии с нами развиваться. Поэтому будем считать, что наша работа идет хорошими темпами. Спасибо, уважаемый Ради Фаритович, Андрей Геннадьевич, спасибо за приглашение. Взаимоотношения между Абхазией и Российской Федерацией носят исключительно союзнический характер, а укрепление связей с субъектами Российской Федерации – это задача номер один. Нас с вами связывают давнишние отношения, отношения взаимного уважения, взаимной поддержки. Это уходит в глубокую историю. Я очень рад быть сегодня здесь, на этом большом празднике. То, что происходит в вашей республике, те изменения позитивные, которые очевидны в столице вашей республики, они радуют. Они радуют класс, являются примером для того, чтобы некоторые вещи перенять. Вот сегодня мы были в ситуационном центре. Очень все технологично, интересно. Все это, конечно же, повышает уровень обслуживания населения городскими руководителями. Это очень здорово. И такие примеры мы, конечно же, постараемся перенять. Ну и тот большой грандиозный памятник, который сегодня возводится здесь, так бы я назвал, памятник дружбы между нашими народами, памятник, который будет стоять, пока светит луна и солнце. Это грандиозное событие. Большое вам за это спасибо. Мы, в свою очередь, всегда будем ждать дорогих гостей из Башкирии. Пользуясь случаем, еще раз хотел бы поздравить вас с этим праздником, пожелать вам всевозможных успехов. Желаю вам успехов на выборах, прежде всего. Ваша команда очень эффективна, очень много доброго, хорошего сделано. И продолжать в таком же духе. Спасибо еще раз за приглашение. Наше сердце принадлежит вам. Спасибо.